За полтора года строительная компания «Этажи» планировала возвести в Батинском проезде высотку. На информационном стенде указан срок окончания работ – 4-й квартал 2017 года. Вместе многоквартирного дома здесь неогороженный недострой, который представляет опасность для местных жителей, прежде всего детей. Работы начались в середине 2016 года. Девелопер успел залить фундамент и возвести часть каркаса. На этом этапе дело застопорилось. В ноябре 2018 года Ленинский районный суд обязал застройщика законсервировать объект. Спустя полгода, в мае, исполнительный документ поступил в управление судебных приставов, которые должны понудить руководство «Этажей» выполнить решение суда. В настоящее время получен ответ, согласно которому организация средств денежных не имеет на консервацию, поскольку консервация – это не бесплатная процедура, на нее требуется определенно достаточно немало денежные средства и определенный перечень, который установлен правительством, мероприятий, которые необходимо провести. Руководство «Этажей» заявило, что денежные средства у них отсутствуют, но, конечно же, не будет основанием для неисполнения решения суда. В адрес организации будут направлены требования. При наличии оснований будем рассматривать вопросы привлечения к административной ответственности. В любом случае управление Федеральной службы судебных приставов в рамках правового поля примет все меры, направленные на исполнение решения суда. Консервация, помимо прочего, предполагает возведение ограды вокруг стройплощадки, чтобы посторонние не могли туда попасть. Сейчас покосившийся забор есть лишь с одной стороны. Неубедительная преграда для местных подростков, которые уже облюбовали новую опасную игровую площадку. Дети вот очень часто прям по вот балкам ходят, того и гляди упадут. Так что, ну, как по мне, да. А почему? Здесь же была когда-то ограда, правильно? Здесь была ограда, но, как я поняла, ее то ли снесли, то ли еще чего. Там затопление было постоянное. Может быть, из-за этого. Честно, не знаю. Конечно, и дети гуляют, и все гуляют. Они уже сколько времени застроили, до сих пор не могут выстроить. Взяли тут и года два уже, наверное, стоит. Конечно, неудобно. Здесь, видите, пожар даже был, сожгли это. Конечно, это все неприятно. Я неоднократно видела, чтобы здесь дети лазили, гуляли. И мне самой кажется, что это опасно. И хочется даже подойти, что-нибудь им сказать. Но, не знаю, пока не хватает уверенности что-то говорить маленьким детям. Но я не видела, чтобы что-то им взрослые даже говорили, не знаю. Когда здесь появится забор, неизвестно. Ни застройщик, ни администрация города, в ее собственности находится земельный участок, не планируют тратить деньги на консервацию или ограждение. Как показывает опыт, оперативно средства находят только после несчастного случая. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.